Всем привет, друзья! Вы на канале Специальные Игры. Сегодня мы поиграем в игру Brawl Stars. Только что я прошел небольшое вступление, обучалочку, кое-что понял. Сейчас вступаю в бой. Это моя первая серьезная игра. Буду немного тупить, не обращайте внимания. Можете в комментариях мне подсказывать, что и как. Сейчас я введу свое имя. Ребята, обязательно подпишитесь на канал и следите за всеми новостями, за всеми выпусками. Итак, Рома Спец, канал Специальный Игровой. Нажимаем ОК. Сыграй один тренировочный бой, чтобы открыть игру полностью 3 на 3. Ну что ж, давайте сыграем. Так, собирай кристаллы, появляющиеся в центре карты, или отбирай их. Хорошо, погнали. Играю я на компьютере. Подключил джойстик. От PlayStation. Так, погнали. Так, а кто-то уже по нашим идет, ведет активную стрельбу. Так, кристаллы нужно собирать. Итак, я вижу злодеев. Злодеев вижу, идем. Так, кристаллы, вот они-то мне и нужны. Так, почему-то в пузыре, бот в пузыре, видимо, какая-то защита у него. Мне нужны кристаллы. Ух ты, долбанул я по нему нормально. Так, что-то мне это не нравится. Почему-то я где-то там прям в гуще событий. Нужно срочно спрятаться, подлечиться. Отлично. Отлично использован супер удар. Нужны кристаллы, кристалл. Где мой кристалл? Так, я вижу еще один. Вот и меня просто окружили. Так, бой окончен. Я вижу, что все отлично. Итак, победа. Смотрим, что я набрал, какие очки. Давайте нажмем выйти, продолжим. Важное сообщение, это бесплатная игра. Так, это ладно, все отлично. Вот мой персонаж. Ну что ж, погнали дальше. Так, что у нас есть? Что-то новое. Магазин открыт. Здесь подключись к Суперцел и получи скин. Ну давайте подключимся. Так, нет, это видимо слишком долго. Давайте пропустим этот шаг и уйдем отсюда. В общем, в бой идем. Что здесь? Куда же дальше? Давайте нажмем на скины, посмотрим скины, что они мне дают. Пока у меня 100 всего. А что такое 100? Ребята, пишите в комментариях. Всего 100 очков, скорее всего. Скины давайте пропустим. Ресурсы. Что я могу купить? Ничего пока не могу. Пока мне ничего и не надо. Итак, рвемся в бой. Выйдем из этого магазина. Я хочу играть и только играть. Итак, сейчас мы с вами выходим в онлайн игру. 6 на 6, я так понимаю, будет бойня. А нет, 3 на 3. Так, погнали. Это мои, так скажем, одноклубники, мои товарищи по битве. Так, стреляем. Бот куда-то бежит стремительно. Куда он идет? Вау, я только что погиб. Павший боец теряет кристалл. Будем аккуратней. Смотрим. Так, вот они, враги. Мочим всех врагов. Да что ж такое-то? Аккуратно будем играть. Мне супер удар. Сейчас я их мочкану. Есть. Кристаллы, я люблю. Еще один кристалл. Собираем. Нужно кристаллы донести. Кристаллы донести, так сказать, до конца уровня. Это что за медведь такой? Похоже, он за нас. Ох ты, у меня мало энергии.
Куда делся этот персонаж, его пока не видно. Какая-то мясорубка, мне срочно... Ах, срочно нужно подлечиться. Все кристаллы я свои растерял. Ну что ж, заново идем. Синяя команда... Что там синяя команда? Какие-то... Кто-то такие... Так, надо спрятаться в кустах. Подлечиться. Бой окончен. Что-то немного я здесь растерялся. В общем, надо почаще играть, тренироваться. Не совсем мне понравилось, как я сыграл. Посмотрим, что здесь мы получили. Жетоны в награду. Победа. Всего 20. Ну что ж, выходим отсюда. Так, что я получил? Получил каких-то медведей 8 штук. Давайте, сила ранг 1. Поехали дальше играть. Поиски игроков. Еще сыграем одну игру. Сейчас я буду повнимательнее. Итак, со мной моя двойка игроков. По и Альварин какой-то. Так, ну что ж, играем аккуратно. В этот раз не лезем прям в самое пекло. Ох ты! Ай! Как так-то? Уже меня замочили. Спрятался он в кустах. Так, погнали. Также в кустах будем засаду организовывать. Есть, долбанули его с напарником. Есть, есть. Так, вот я вижу в кустах кто-то. Сейчас атака из кустов точно будет. Как так-то? Опять же, я восстановился и иду в бой. Смотрим, где? Где все мои напарники? Так, синяя команда, обратный отчет. Играем до последнего, так скажем. Эх, как от него убежать? А где тут суперскорость? Ускорение. Меня накрыло. Накрыло, но бой окончен. Но мы все равно победили. Отлично, у меня попались напарники. Напарники попались. Отлично, мы выиграли событие. Хорошее. Итак, все мои награды. Так, что я вижу? Здесь. Сундучок. Давайте нажмем, посмотрим, что мне дадут. Монеты. 15 монет. Отлично. Остался один предмет. Так, еще в бой. Еще сыграем. Посмотрим. Забрать. Боец Нита. Давайте заберем его. Нита. Награда пути к славе. Один из 10 бойцов. Нита. Атакует от врагов волной энергии. Ну что ж, здорово. Новый рубеж. Вот тут ящичек. Давайте назад выйдем. Так, посмотрим. Здесь, что за боец? Вот новый боец какой тут появился. А вот Нита есть. Давайте выберем его. Выбрать. И сейчас я этим бойцом сыграю. Ударной волной буду всех валить просто. Ну что ж, нажимаем. Играть. 6 на 6. Нет, 3 на 3 играем. Рома спец, мама и еще там кто-то один. Ну что ж, погнали. 4000 у меня уже энергии. Растем. Так, а что, куда он стреляет? Нормальная волна у него, смотрите. Так, осторожно. Да как так-то? Меня сразу в кустах прям накрыло. Играем дальше. Идем. Где они? Враги, так скажем, не дремлют. Ах, поджарился я немного, надо подлечиться. Сейчас мы будем использовать суперсилу.
Здесь. Немножко отойдем вниз, подлечимся. Сейчас используем суперсилу. Отлично. Накрыло меня, не успел я уйти. Заново появляемся. Так, бой окончен. Быстро мы сразились и снова выиграли. Как так? Я сам себе просто не верю. Отлично, сражаемся. Смотрим, что здесь. Что дали? Какой-то подарок написано. И здесь что-то такое мигает. Ящичек. Давайте ящичек заберем. И откроем его. Отлично, монеты. 19 монет. Так, ну что ж, давайте выйдем в главное меню. Друзья, это была первая моя игра, на этом я закончу. Обязательно ставьте лайк, если видео вам понравилось, пишите свои ники в комментариях, обязательно добавимся, поиграем вместе. Так, а давайте-ка посмотрим, какой у меня ID. Так, я что-то не вижу свой ID. А, вот мой ID, запоминайте. Вот ID, пишите свои в комментариях, добавляйтесь, друзья, как-нибудь побегаем. Всем пока, до связи!